Прогнал четверку по первому снегу. Четверых. Ветер юго-западный. Южный, юго-западный. 4 штук погнал голубей. В горе пол хвоста. Рыжий, белый и 1/4. Туман такой какой-то, дымка. В тройке рыжий, 1/4 и белый. Пол хвоста стянула немножко, фиг, она не готовая так. Ветер 7 метров, с порывами, наверное, до 10. Ветер такой сильноватый, но для тренировки и для каждодневной тренировки нормально. Привет! Вчера, да. Сегодня только кинул. За деревом не видно. Троечка над домом, еще троечку кинул. Снег, первый снежок выпал, чуть подтаивает. Еще троечку кинул Сашиного, Сашину горелую, Сашиного Конопатова пару. Сашины пары. А это ты, а ты мне скажи, как у тебя, как вот, как получилось, что они залетели там или что? Как оно получилось так? Ну, 3 дня назад была погода яркая такая. Так. Такую погоду лучше не кидать. Ага. Они не видят, как они что-то на него задали. Я их упомянул, там главное стрелять. Ага. Я тоже так считаю. Но факт тот, что в тот... Когда ты урона забрал, ну, там прилетала. Ага. Умная, или? Умная, да. Ну, ну, факт тот, что, вот, Сергей Иванович, я хочу тебе сказать, что тот день, когда ты говоришь, там залетели, ясная погода, у меня тогда отлетали голуби 4 часа, 3 часа, 2 часа. На тебя же уже оборвано. Я только заходишь. Ну... Сергей Иванович, ну ты мне звал вот неделю назад это самое, ну как бы нагон голубей. Ты мне неделю назад сказал, я буду гонять голубей, неделю назад. Да. Так что там, как оно будет? Ну как, хоть как через неделю, а как вот мне... Я тебе позвоню, как уже полюбили, что-то там нет. Я тебе позвоню. Позвонишь, да? А когда это будет? Да? Ну а у тебя уже есть какая-то такие, ну, наметки там по голубям? А? Ну какие-то есть уже наметки там? Что у меня есть, тут все надо просмотреть, я лично за себя хочу просмотреть. Что заберет, 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 заберет. А что ты загнал, что ты за... А шо у тебя залетело уже? Одна. Одна? А одна пришла на 4-й день, да? А, понял. Одна пришла, а двое... А другая, наверное, или ястреб забрал, или что-то угодно. Понятно. Понятно. Вот это так я. Ну давай, ладно, позвоним. Хорошо, а как мне это самое, как, вот, ну, хоть иногда через тебя приходить, или ты мне сам позвонишь? Я позвоню. Позвонишь? Ну хорошо, я все. Тебе, я позвоню. Хорошо, Сергей Иванович, я буду ждать твоего звонка. Давай, ага, всего хорошего. А, удачи, спокойно. Спокойной ночи. Погнали голубей, тиховато немножко, но ничего так, немножко. Новые, в основном новички. 5/3 вот он. 5/3 Андрюхин новый там. Бурая. Бурая там.
А Чебурай, вот он 5 на 3, видишь, как падает, он не выдержит, у него концевые. Пошел бродить. Ну и то уже 5 минут. Ничего, пусть. Это ж начало полета. Он был высоко. Да, это начало полета. Вот, смотрите, сейчас забили, я не понял, что это будет такой. Мало, наверное. А тут рожки сразу ставят, Чебурашка. Он доставится, что под ястреб попадет. Вижу. Ну это хорошо, это силу чувствует голубь, это он знает, где дом, пусть. Как тебе 5 на 3? Красавец. Интересно сложенный. Красавец. Он долинял? Нет. Это полдесятый там. Главное, что 5 на 3. Так, что-то сыграли они. Может верхние? Нет, а нижние сыграли. Ничего пока что нет. У блондина вчера хорошо летали голуби, не знаю, сколько по времени. Он хоть говорит, сколько по времени летает? Не разговаривает с ним? Нельзя просто. Понял. Сергей Иванович все обещает, понял? А, недавно ж позагонял он голубей, Сергей Иванович. Он их не недавно загоняет, он их загоняет всю жизнь. Да. Я сколько знаю, Сергей Иванович, он партиями их ищет по всему городу. На высоте 50 метров они у него пропадают. Да. Полезли по двое, растянулись по двоечкам. 5 на 3, там дударь, она хорошо. Есть трубца. Кто-то наверх там дурачка. Где? Ну вот и четверка наверх. А он словец с белым лоном. Такое небо, что белый, как тёп. Ястреб появился. Ястреб, блядь, поразгонялся их нахер, небо пустое. Все. Эти два, еще где-то одного там. И белое, где-то и белый есть, там курсы дела. Ястреб подошел, мы не видели. Виха нам сказал. Ястребец. А там наши впереди могут летать. Они низом. Еще есть, да? Да, вперед прошли там пара. Да они низом. Да вот они уже выпали. Не-не-не, там белохвостые. Ну пара была светлая и вверху. Ну белый словец вверху остались. А тут... О, смотри, что это возвращается. Белый возвращается. Ага, и они его боятся, да? Наверное. Ага, они его боятся. За низом прет, что джебы. Белый в курсе дела, что там. Да, белый уже в курсе дела. Кто попадал? Да, не то слово. В такие мясорубки попадал, что... Белый тогда, он все прошел. Кроме 4 часов, он выпал тогда час. Что-то выпал и все. И Славка час 20. Вот когда когда 4 часа летали, выпал белый и словец. Первыми. А четверка осталась. Никогда себе орел. Низко прошел. Это беркут или степной орел такой. Низко прошел. Как зацепит, так тут... А голубять не съест все. Не горжом ее внесет. Сестра желтая, дударька такая, буренькая, рябогорлая. И конопатая одна на 4 вертит. Чуть на проходике, ветра не хватает, немножко стоят. Дударька Андрея и Саша, по Сашиному голубу. Одна на 4, тоже возможно по Андрею голубке. Голубь был мой. Ветра чуть не хватает, на проход стоят. Снег начинается, снежная туча, чтоб их снегом не прикрыла парочку. Снег начинается. Передают на сегодня-завтра снег. Thank you.
Черт побери. Сейчас подошли, ровно надо мной стоят. Дударька над домом, 1:4 пошла чуть наперед. Срывается снежок. Дударька одна стала. А, не, ну конопатая тоже тут, вот она чуть немножко напереди. Снег срывается. Вернулись они. Чуть не хватает им потока, или на снег они так как-то они стоят. Не очень. Снежок срывается, начинается. Конопатая поперла вверх. 1:4. Разошлись они, конопатая пошла вверх. А дударька вот здесь. Разошлись они. Каждый сам по себе. Такой на кружок делает. Плавный такой на посадку. Заходит дударька. Только села, а конопата осталась одна. 1:4. Вот она. Кто-то шел кулетроечку погнал. Я видел сокола. Посмотрим, что дальше будет. Троечка у Коли набирает гору. Тройка у Николая. Улю-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 лю. Тиховато, но троечка летает у Коли. У меня сегодня без потерь. Коля в 2 часа гонит, я так понял. 2 часа. Мы гоним в 11. 10, 11, 12. Коля в 2.